Интернет-магазин «Электронов» представляет новую серию видео «Как пользоваться мультиметром». Здесь мы покажем, как пользоваться этим измерительным прибором и как он работает. Существует два основных вида мультиметров – с ручным выбором пределов измерений и с автоматическим. Каждый из них имеет экран, функциональные кнопки в зависимости от модели, переключатели режимов и отверстия для щупов. На экране отображается полученная в результате измерений величина и индикация дополнительных функций, например, отображение вида тока, постоянный или переменный, измеряемая величина и так далее. Для того, чтобы начать измерение, необходимо подключить измерительные щупы, специально предназначенные для этого разъемы. Над каждым гнездом есть подписи. Они показывают, для каких измерений предназначены. Например, для измерения постоянного напряжения необходимо подключить черный щуп в гнездо COM, а красный туда, где есть значок напряжения. В комплект мультиметра входят щупы. Как правило, это щупы красного и черного цветов. Черный – это минус и вставляется в гнездо COM, красный же подсоединяется в разъем с соответствующей подписью. Измерим напряжение. Первое, что необходимо сделать, это подключить щупы. Черный в гнездо COM, красный в гнездо с обозначением измерения напряжения. После этого нужно выставить переключатель режимов в положение измерения напряжения. Напряжение мы измеряем на примере батарейки Крона 9 вольт. В мультиметрах с ручным выбором диапазонов измерений переключатель нужно выставить в положение ближайшего большего значения от предполагаемого. Нам известно напряжение батарейки 9 вольт, поэтому переключатель выставляем в положение 20 вольт. Все эти цифры означают максимальное значение, которое можно померить в данном положении. Но как быть, если вам нужно измерить, например, напряжение, но вы не знаете приблизительное его значение на этих концах? Что делать в таком случае? Просто нужно начать переключать режимы, начиная с максимального. Если при измерении мультиметр показывает число со знаком минус, это значит, что полярность измерений соблюдена неправильно, то есть минус подключен к плюсу и наоборот. Поэтому необходимо просто поменять местами щупы. Процесс измерения сопротивления идентичен измерению напряжения. Также необходимо выставить переключатель режимов в положении измерения сопротивления нужного диапазона. На нашем резисторе написан его номинал 200 Ом, поэтому мы ставим переключатель режимов в положение 200 Ом. Мультиметр показывает единицу. Это значит, что номинал резистора на самом деле немного больше. В таком случае необходимо выставить переключатель в большее значение, то есть на 2 килоома. Прибор показывает 0,203 килоома, то есть 203 ома. На примере резистора в 1 ом мы покажем, как проводить измерения, если вы не знаете номинал элемента. В положении переключателя 2 килоом прибор показывает единицу. То же самое происходит и в положении 20 и 200 килоом, но на 2 мегаом он покажет номинал приблизительно 840 килоом. Для проведения диодного теста нужно выставить переключатель режимов измерений в соответственное положение, прикоснуться щупами к контактам диода. Мультиметр показывает падение напряжения на этом диоде. Это значит, что в эту сторону ток проходит. В обратную сторону ток проходить не должен. Так и есть. Это означает, что диод исправен. Таким же образом можно проверять и светодиоды. Этим же способом можно определить и полярность светодиодов. Когда он загорается, это значит, что вывод, к которому подсоединен красный провод, это плюс, а черный это минус. В этом же положении переключателя данной модели мультиметра работает звуковая прозвонка. Звуковая прозвонка показывает наличие контакта в сети между измеряемыми точками.
Данная функция нужна, чтобы находить обрывы в цепи или замыкания. При наличии контакта мультиметр издает звуковой сигнал. Например, можно проверить целостность провода. Для этого необходимо прикоснуться к разным его концам. Мультиметр издаст звуковой сигнал, значит, провод целый. Этим же способом можно проверить предохранитель. Наличие звукового сигнала свидетельствует об исправности компонента. При проверке последнего предохранителя звукового сигнала нет, что говорит о его поломке. Следующий разъем для щупов предназначен для измерения емкости конденсаторов, температуры, силы тока в миллиамперах, проверки индуктивности и коэффициента усиления транзисторов. После фиксации переключателя в необходимом положении в данной модели необходимо нажать кнопку CX-LX. Результат измерений – стабильное число, что свидетельствует об исправности конденсатора. Мультиметр от Mastek способен проводить измерения индуктивности. Способ измерения такой же, как и в предыдущих случаях. Прикасаемся щупами к выводам катушки, на экране отображается результат – 7 мГ. Для большего удобства данный прибор отображает полученную величину на экране, в конкретном случае – миллигенри. Измерение температуры проводится при помощи термопары. Она подключается через специальный переходник. На нем нанесены обозначения ком и плюс для правильного расположения. На самой термопаре также есть обозначения плюс и минус. Другим его концом необходимо прикоснуться к измеряемому объекту. Результат также отображается на экране. В следующем видео мы покажем, как правильно измерять силу тока, а также расскажем о дополнительных функциях различных мультиметров. Если вам было полезно это видео, поставьте лайк, подпишитесь на канал, если еще не подписались, и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. О специальных ценовых предложениях вы, как всегда, можете узнать, подписавшись на наш канал в Телеграме. С вами был Магазин Электронов. До новых видео!